Здравствуйте, ребята! Сегодня вы научитесь делать вот такой баклажан в технике оригами. Для этого вам понадобится сиреневый, а с другой стороны белый лист бумаги. Размер этого листочка 15 на 21 сантиметр. Также вам понадобятся ножницы. Из этого прямоугольника нам нужно получить квадрат. Вот так вот заворачиваем, придерживаем одной рукой, а другой вот так пальчиками сгибаем. А теперь на столе линию сгиба разглаживаем пальчиками. Берем ножницы и отрезаем лишнюю полоску. Вот так вот раскрываем наш квадрат. Берем верхний уголок и сгибаем его. Линию сгиба проглаживаем пальчиками. Переворачиваем, берем левый уголок и вот так вот сгибаем его вовнутрь, до середины. Линию сгиба хорошенько проглаживаем. Вот что у вас должно получиться. То же самое делаем с другой стороны. Теперь вот так вот его сгибаем. Линии сгиба проглаживаем пальчиками. Внизу вот этот уголок сгибаем вот таким вот образом. А теперь смотрите, раскрываем и вот этот уголок заворачиваем вовнутрь. Чтобы вам легче было это сделать, сначала все линии сгиба хорошенько прогладьте пальчиками. Посмотрите, как я это делаю, и повторяйте за мной. Вот такой баклажан сегодня у вас должен был получиться. Желаю вам удачи!